Всем привет! Вы на канале Мистер Смайл. Меня зовут менеджер Дмитрий. Вот наконец-таки видели, как я выгляжу. Большинство клиентов даже просило выслать фото, потому что им неприятно работать, как бы не видя собеседника, человека. Вот. До этого были видны только мои руки и слышен мой голос. Наша цель — начать снимать видео для YouTube. Это помочь новичкам, потому что очень много сайтов оптовых, очень много предложений, а люди не понимают, что это и для чего это. Есть некоторое небольшое количество оптовиков, которые такие прожженные продажники в плане вот оптовой торговли, которые уже знают, как продавать, как открывать магазин и так далее. Начну я свою историю, как я пришел вообще к парфюму, как зародилась эта идея. И как я начал заниматься интернет-торговлей. В далеком 2007 году я решил поменять сферу деятельности, то есть поменять работу. В то время интернет не был так сильно развит, как сейчас. Я купил газету «Работа в Москве» и случайно попал именно на фирму, которая занимается продажей парфюмерии. Многие дистрибьюторы меня поймут и узнают, что есть две конкурирующие компании, которые занимаются продажами книг и парфюмерии одновременно. Вот, у них огромная разветвленная сеть по всей стране. Вот, и занимаются они этим очень давно. Вот. И переходим к самой истории, как я попал на эту фирму. Открываю газету, нахожу адрес, телефон, записываюсь на собеседование и просто тупо не выхожу на работу в тот день. Вот так вот смело решил поменять судьбу, так сказать. Прихожу я утром на метро «Чистые пруды», небольшой сквер, также где-то человек 10-15 людей, которые пришли записаться на собеседование. Выходит парнишка, в будущем он будет уже моим инструктором, повел нас всех в офис. Заходим в офис, все очень необычно, все веселые, немного как бы не от мира сего выглядят, ну как бы для обывателя. Начали собеседование, подписал бумагу, там о себе все рассказал, какую сумму хочу зарабатывать и так далее. Менеджеры провели собеседование со мной, и соответственно вот парень, который нас встречал, его звали Наиль, он стал моим менеджером. Соответственно, тема таких компаний — создать легенду, то есть как бы рассказать, как бы как круто, скоро тоже станешь менеджером, будешь зарабатывать огромные деньги. Но хочу сказать большое спасибо обоим менеджерам моим, потому что они научили меня ловить рыбу. Все, наверное, знаете эту присказку, что если хочешь помочь человеку, научи его ловить рыбу, не надо давать ему рыбу. И, соответственно, первый день мы выехали в поле. Наиль, соответственно, задвигает свой спич, как у нас прекрасно работает, сколько он зарабатывает. Ну и, соответственно, они сначала вообще сказали, что это будет курьерская работа. В день заработок 1000-1500 рублей. Приезжаем мы на метро Нагорное, выходим из метро. Я говорю, ну, куда везти парфюм? То есть, ну, в моей голове курьерская служба — это привезти по адресу товар. Он говорит, показывает вокруг, говорит, вот это наша работа. То есть я немного не понял, ну думаю, давай похожу за ним. И мы начинаем как бы с ним ходить по всем организациям, которые там встречались. Я уже потихоньку начинаю догадываться, что это все-таки не курьерская служба, а прямые продажи дистрибьюторы. Вот. Ну, в народе их еще часто называют корабейниками. Начали работать, походили с ним весь день. Под вечер я уже в голове подсчитал, он продал там 5-6 позиций товара и заработал, ну, по моим подсчетам, 700 рублей. Ну, думаю, хорошо, вот он мне задает вопрос, уже в офис надо возвращаться вечером, с этим там строго. Спускаемся в метро, он спрашивает, ну как тебе, все нормально? Ну, я говорю, как бы неудобно стало, ну, вроде как, да, как бы он говорит, вот, сейчас придем, менеджеры тебя примут туда-сюда. Я думаю затеряться в толпе, реально, как раз час пик, очень много, большое количество народа.
И потихоньку начинаю отставать. И тут он вот прям как реально, как судьба. Он мне дает руку, то есть, точнее, хватает меня, тянет, то есть, чтобы не потерять. Вот. А он инструктор, то есть, ему нужно сохранить, как бы свою команду создать. И вот он меня тянет, я думаю, ну ладно, давай еще, как бы дам вам шанс, послушаю. Приходим мы вечером в офис. Менеджер говорит, ну давай, как бы 5, как тебе все понравилось? Вот, видишь, Наиль заработал у нас там 2000, я думаю, ну, вообще-то, как бы, ну, 700, ну, у себя в голове, думаю, и заинтриговала такая прям уверенность ихняя, вот, в такой небольшой лжи. Решил остаться, попробовать, и с этого началось мое знакомство с парфюмом и миром продаж, дистрибьюторством, вот. Потихоньку втянулся. Меня научили как бы всей системе торговли, 5 шагов, там, надо вспомнить, я уже забыл, как бы очень много времени прошло. Со мной работали инструктора, суть была такая, что мне нужно собрать свою команду, потом выполнить определенный план и защититься на менеджера. То есть потом я тоже открываю свой офис и так же, то есть такой круг. Вот, в итоге поработал я там почти год, научился торговле, обожал всегда ездить с духами именно в Подмосковье. В Москве тоже как-то пытался работать, но здесь работать очень тяжело. Заработок тот же, но к концу дня там всю энергию с вас высасывают тяжелые люди в Москве. Ну вот в плане как бы вот общаться, работать, что-то предложить им. А в Подмосковье это просто рай. То есть, и так забавно было, мой брат всегда говорил, что за бред, говорит, утром все едут как бы с области работать в Москву, а я сажусь на электричку и еду работать в область. И, соответственно, тут началась как бы опыт моей торговли. То есть наши менеджеры всегда нас убеждали работать по Москве. Но все дистрибьюторы, я уверен, всегда уезжали за Москву. То есть хотя бы там ближайшие города Подольск, Щербинка и так далее. Вот, немного отвлекся. Потом уже я в остальных видео буду рассказывать вам истории свои небольшие из опыта работы в торговле, в прямых продажах. Думаю, это будет полезно. Ребята, реально, в прямых продажах, если научиться работать, я постараюсь новичкам донести эту мысль, можно зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей чистыми, минус как бы расходы все там на товар и так далее. Реально можно заработать. Эти все истории, секреты я вам буду рассказывать, объяснять и так далее. Вот. После того, как закончилась глава моей жизни, работа именно на эту фирму дистрибьюторскую, я начал работать на себя. Очень долгое время продавал духи брендовые, косметику по разным городам, езжу по разным городам, объездил все Подмосковье, все города. Вот. И, соответственно, когда уже понял, что нужно развиваться дальше, встретил товарища, партнера, мы решили с ним, что можно делать дальше. Думали заняться печатью, продажей футболками с печатью, с принтами. Ну, опять-таки, никто из нас толком в этом не разбирается. И партнеру пришла идея в голову, в принципе, логичное и мудрое решение, что лучше заняться тем, что один из нас знает, то есть работал в этой сфере. Вот. Ну и решили заняться продажей торговли парфюма через интернет-магазин. Это был 2011 год. И вот с 2011 года мы создали интернет-магазин Mr. Smell. Развиваем сайт. Постоянно расширяем ассортимент. Посещаем разные выставки. Вот скоро будет видео, когда мы посещаем выставку огромную Интершаром, где собираются все мировые бренды. Из Арабских Эмиратов приезжают там основатели бренда там Эмпер, Вурф, Росаси, европейские бренды, очень много косметики. Вот. И, соответственно, с этой выставки мы обязательно приобретем бонусы, которые мы будем потом разыгрывать среди подписчиков. Вот. Теперь, что я хочу показать. Это просто мое первое видео, как бы не судите строго, постарался, я немного как бы зажат, вот, ну,
так немного мысли путаются. Сегодня, вот как вы можете видеть на столе, у меня выложены духи из серии номерного парфюма. Вот многие новички говорят, как начать продажу, с чего начать, там, миниатюры, косметика, глаза разбегаются. Всем новичкам, кто решил открыть свой островок в торговом центре, кто решил пополнить ассортимент, раздел с косметикой, парфюмом, открыть у себя в магазине, в своем личном магазине, либо опять-таки дистрибьютору, советую начать с номерного парфюма. Номерной парфюм сейчас набирает обороты. Плюсы номерного парфюма. Стойкость. Это все производится на фабрике официально. Все оригинально. Большое содержание масел. И в регионах и все больше и больше узнают эти ароматы. Так, номерным он называется, потому что на самой коробочке явно ничто не указано. То есть здесь никогда не будет написано Шанель, Версачи, Диор и так далее. То есть он пронумерован. И каждому парфюму, каждому бренду идет каталог. Выглядит он таким вот образом. Это каталог от фирмы Шейх. Номерной парфюм Шейх. Его многие знают и ценят. Есть фанаты. Вообще есть два вида самого раскрученного номерного парфюма. Это Шейх и небезызвестная Сильвана. Фанаты разделились на два лагеря. Кто-то уверяет, что очень крут и более стойкий это Сильвана. Кто-то уверяет, что Шейх это просто без вариантов, то есть приобретает только продукцию Шейх. Сегодня я покажу, как все это выглядит. Побрызгаем, послушаем ароматы, я вам скажу немного, чем они отличаются. И обязательно подпишем блоттеры, чтобы послушать, сколько запахи держится на этой бумажке. То есть это будет примерно через неделю. И увидим, кто победил по стойкости. Блоттеры это такие бумажки специальные, на которые наносится парфюм. Вот. Потом в процессе других видеороликов я буду рассказывать, как работать, подготовить на блоттер, куда клеить магнитные штрих-кода и наклейки русификаторы. Начнем мы с такого бренда, как Сильвана. Вот так вот выглядит у них коробочки. Сильвана также производит косметику, подводки и лак. Больше, конечно, раскручен лак. Ну и парфюмерия. Здесь вот такой вот у них логотип. Это силуэт женщины, хотя по мне это больше похоже на морского конька. Так, начнем. Сильвана W311. Они, кстати, штрих-кода, здесь идут номера. Перед мужскими будет всегда буковка M, перед женскими V, woman, и перед унисекс-ароматами U. W311. Открываем каталог. 311. Это Эклат Ланвин. Очень классный аромат. Такой нежный, женственный и довольно-таки давно известен. Больше 10 лет уже запаху. Во всяком случае, как я его знаю. Выполнен флакон очень качественно. У него есть свой стиль, дизайн, который они очень долго не меняют. Крышечка обрамленная там эко-кожей. Если не ошибаюсь, пластик. Ну, довольно-таки тяжело весит эта крышечка. Наносим на блоттер. Вот многие новички начинают брызгать, вот медленно нажимают. Когда таким вот нажатием медленно идет, она начинает струей брызгать, то есть не распыляет. Надо сразу сильно, то есть смело нажимать, разрабатывать ее. Вот мы нанесли на блоттер. Да, это Эклат Ланвин. Плюс этих вот ароматов номерных, что вы можете быть уверены, что запах будет пахнуть сразу тем, что нужно. То есть любители Эклат Ланвина, кто им пользовался, обязательно его узнают. То есть будет пахнуть именно ланвином. Создается такой шлейф, отсутствуют все спиртовые запахи, очень приятная нотка. Пахнет Эклат Ланвином, приятно, цветочный аромат. Подпишем сразу, что это Сильвана. И в следующем видеоролике мы поймем, какой номерной парфюм более стойкий. Вот. Это была Эклат Ланвин, Сильвана, W311. Следующая позиция, это унисексовый, нет, это мужской парфюм. Здесь уже силуэт мужчины, W810. Если не ошибаюсь, это Versace Fresh. Давай
где же ты? Так. Да, Versace Freshman. Очень популярный аромат, океанические нотки, свежий запах. И часто, очень часто покупают его на подарки мужчинам. Такой же флакончик, черная эко-кожа. Наносим его на блоттер. Да, пахнет сильваной. Я вот когда говорю, то есть слушаю запахи, я пытаюсь донести, что я знаю, как пахнет аромат изначально в оригинальной версии. И, соответственно, говорю, насколько он сразу приближен к оригинальной версии номерной парфюм. Пахнет сильваной. Немного более насыщенный тона, так как здесь объем небольшой и, видимо, содержание масел немного больше. Но когда запах развеется, это прям явно сильвана. Такие вот океанические, свежие и немного травянистые нотки. Хамелеон запах. Также подпишем его. Сильвана. Версачи. Это была Сильвана Версачи М810. Мужской аромат. Теперь переходим к унисексовым запахам. С чем хороши Сильвана и Шейх? Они следуют трендам. То есть раньше были в основном бренды обычные, там Кензо, Шанель, Диор, Версачи. И в процессе они добавили нишевые селективные духи, такие как Флёр Наркотик, Экс Нихило, Байреда, Киллиан и много еще других нишевых ароматов. Это U28. В принципе, я даже знаю, что это за аромат, так как его очень часто покупают у нас. Это Тизиано Терензи Кирки, итальянский бренд, если не ошибаюсь. Один из самых хитрых, вот просто популярных ароматов. Это тренд просто в запах, в популярных запахах, которые у нас покупают оптовики. Тизиано Терензи Кирки. Очень классный запах. Как и говорил здесь, U128, то есть аромат унисекс, подходит как мужчинам, так и женщинам. Наносим на блоттер. Да, это Тизиано Терензи Кирки. Сладковатый, пряный, пудровый запах. Очень приятный, очень актуален будет на зиму и в осеннее, и зимнее время. То есть в основном часто сладкие, такие обволакивающие ароматы используют. Да, это действительно Тизиано Терензи Кирки. Суперский аромат. Также его подпишем. Вы не поверите, какой здесь сейчас шлейф запахов. То есть абсолютно отсутствует спиртовое содержание. То есть, ну, максимально, то есть сразу пахнет тем ароматом, каким он должен пахнуть. А следующая позиция — это U129. К сожалению, в каталоге я его не нашел, но по аромату сразу узнал. U129 – это Байреда Марихуана. Это своеобразный аромат для любителей травянистых запахов, там, кто любит полынь и все такое. То есть пахнет явно сразу же, ну вот просто как бы, да, пахнет коноплей, запах марихуаны. Очень популярным начал становиться запах среди молодежи. Не будем связывать это все с курением травы, то, что запрещено, что вредно. Ну вот пахнет явно марихуаной, коноплей. Свежий, травянистый, немного полынью отдает с горчинкой. Также Сильвана. U129 – это у нас Байреда Марихуана. Так, эти блоттеры у нас относятся к серии Сильвана. Отложим их в сторонку. Следующее знакомство с ароматами у нас будет небезызвестный бренд Шейх. Дизайн отличается от Сильваны. У Сильваны он более такой объемистая коробочка идет, квадратная. Шейх более утонченный и вытянутый, такой подтянутый. Данный бренд
очень полюбился многим оптовикам тем, что имеет огромный ассортимент запахов, ароматов на любой вкус. Часто оптовики у нас покупают только серию шейхов, то есть весь заказ состоит там на 50 тысяч заказывают, и все именно из шейхов состоит. Каталог вот такой вот большой, женская идет с этой стороны и с этой, а это уже мужская часть. Так, начнем с ароматов. М21. Я выбрал просто запахи для обзора. Самые популярные, что у нас больше всего покупают. М21. Это мужской парфюм. Это у нас Эгоист Платинум. Эгоист Платинум. Шанель. Бренд Шанель. Флакончик выглядит таким вот образом. Дизайн обновился. Раньше у них были квадратные, скучные флаконы и крышечки. Сейчас они стали более такими вытянутыми, стильными. Так вот выглядит сам флакон. 50 мл стандартный объем. Парфюмированная вода. Кстати, заостряю тему, что каждый аромат является именно парфюмированной водой. То есть, если в оригинале идет туалетная вода, мужские духи в частности, то в шейхе, в номерном парфюме они всегда идут как парфюмированные, только более стойкие ароматы. Наносим на блоттер. Да, это Эгоист Платинум. Такие табачные нотки присутствуют, сигарные. Дорогим мужским парфюмом пахнет. Класс. Сразу же подпишем его. Теперь это шейх. Эгоист. Шейх Эгоист Платинум. Следующая позиция W42. Также подписаны M это мужские, W женские. И унисексовые ароматы подписаны как MW, то есть мужские и женские. Так, находим W42. Это Шанель Шанс Фреш. Очень популярный аромат. Летний, свежий. Наносим на блоттер. Да, Шанель Шанс. Свеженький такой легкий аромат женский. Шанель Шанс Фреш. Эо Фреш. Знаете, да, идет серия парфюм. Шанель Шанс туалетная вода, Шанель Шанс Вив, Шанель Шанс Тендер, Шанель Шанс Фреш. Легкий, свежий женский аромат. Также дизайн ничем не отличается. Мужские, если не ошибаюсь, нанесена черная краска, на женских белая и такой вот нежный розовый цвет на колпачке. Весьма симпатично. Теперь подбираемся к унисексовым ароматам. Это шейх Unisex 165. Это экс-нихило, флёр-наркотик. До этого я говорил, что Тизиан Тренди Кирки сейчас самый такой хит, но забыл про аромат экс-нихило, флёр-наркотик. Это конкурент по аромату прямой Кирки. Очень популярен среди фанатов нишевой селективной парфюмерии. Нанесем фруктовый, необычный. Здесь присутствует персик, личи и другие экзотические фрукты. Запах очень такой веселый, тоже является унисексом. Хорошо подойдет и мужчинам, и женщинам, именно как представителям прекрасного пола. Потому что он более такой обволакивающий, мягкий. Но опять-таки на вкус и цвет запишем, что это у нас шейх. Экс нехило. Классный запах. Унисексовый аромат. Красная краска. А следующий аромат MW203. Это у нас Тизиан Терензи Кирки в исполнении шейха. Давайте проверим по аромату.
Да, слушайте, они пахнут именно по-разному. Если сильвана кирки наносишь, оно сразу таким вот сладким, обволакивающим становится. Шейх кирки, он как-то те же основной корень ноток один, общий, но он немного придает кислинке, пахнет чуть по-интересному, немного более по-другому, но тоже очень интересно. Рекомендую потом просто приобрести и послушать оба вариации как бы запаха. То есть сильвана кирки будет сразу же обволакивать вас таким сладким, томным ароматом. Шейх придает ему немного кислинки и делает этим аромат более интересным. Супер. Мне нравятся оба исполнения, но шейх предпочтительнее. Но это опять-таки на вкус и цвет. Запишем, что это шейх кирки. Так, совсем недавно на сайт добавили шейх для детей. Ну, для детей как? Не совсем малышей, там, от 5 до 6 лет, ну, уже так вот, подростков, так сказать, там, 15 лет и больше. Детский парфюм. Шейх позаботился и о совсем молодых любителей, фанатов шейха. Вот два варианта из них. Это 504 for Girls, Prince Jasmine. Эти запахи надо слушать. Они появились совсем недавно и еще не были внесены в каталог официально шейха. Вот, могу просто сказать по ароматам. По-моему, если не ошибаюсь, 5 видов. 5. Да, 5 ароматов для девочек и для мальчиков. Вот, 503. Давайте начнем с мальчиков. For Boys, Капитан Avengers. Avengers, это, если не ошибаюсь, Капитан Мстителей. Видимо, на волне хайпа вокруг фантастических фильмов назвали его таким образом. Парфюм для мальчиков, шейх, капитан мстителей. Действительно, вот угадали. Парфюм из детства пахнет чем-то, вот, ну, необъяснимым, но пахнет детством реально. Аромат вот немного отдает, видимо, каким-то детским кремом, и вот что-то из подсознания всплывает, память. То есть ароматы, они чем хороши, то есть если ассоциация, то есть если вы давным-давно даже чем-то пользовались, это всегда навевает какую-то ностальгию, либо какие-то факты всплывают из памяти. Вот реально пахнет детским ароматом. Мужской. А, для мальчиков. Шейх. Детский. Теперь послушаем аромат для девочек Принцесс Жасмин. Может быть, что-то восточное будет. Такой тонкий, восточный, но в то же время тонкий, свежий аромат. Очень классно пахнет. Цветочный. Цветочные нотки, смешанные с свежестью, перетекающие в такую свежесть. Хамелеон, запах хамелеон. Даже можно сказать свежесладкие. Но в принципе для детей самое оно. Так, мы послушали с вами два таких ярых конкурента в запахах, в ароматах. Это Сильвана и Шейх. Теперь переходим не к таким раскрученным запахом парфюма. Это недавно появился бренд, добавлен был на наш сайт, бренд Gloria Parfum. Я его почти при каждом звонке, когда спрашивают консультацию по аромату, сразу же рекомендую его в первую очередь. Почему? Потому что очень понравилась стойкость. Вот реально, как бы я на себе это испытал. Когда поставщик только получил данный товар, кстати, на него имеются все сертификаты, документы, то есть его смело можно продавать в магазине. Он нанес на мою руку парфюм Тизиана Торенди Кирки. Я весь день проходил с ним, уже под вечер совсем забыл про это и, выйдя из душа, послушал аромат. Запах явственно держался на коже. То есть меня это очень впечатлило, и поэтому я рекомендую начать с этих запахов для продажников. У данного бренда тоже имеется свой каталог. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот он выглядит. Это официальный бренд из Турции. У него есть свои бутики, то есть довольно-таки раскручены в Турции. Так вот интересно выполнен, так в ретро-стиле каталог сам.
Глория парфюм. Для женщин серия. Для мужчин. И унисекс ароматы. Вот. Начнем мы с самого простенького. Это... А, вот, Глория парфюм еще пока не забыл. Он у нас идет в спрее 55 мл и в масле 20 мл. Выглядит маслица таким вот образом. Маленькие коробочки, все выполнено просто идеально, филигранно. Коробочка очень качественная. А внутри мы вот обнаружим вот такой вот симпатичный флакончик. Объемом 20 мл. Это идет именно масло. Оно густое, без содержания спирта. Раскручивается флакончик. На крышечке имеется такой вот хоботок, которым наносится масло. Мы его сейчас распробуем. Масло, вы помните, наносится не на волосы, не на одежду, а на теплые пульсирующие места, на шею, на запястье. И летом женщины иногда наносят на обратную часть коленки, то есть там, чтобы создавался шлейф. Стираем аромат. Так, Gloria Parfum. Это у нас аромат Zarco Parfum Pink Molecula. 26. Zarco Parfum Молекула номер 8. Перепутал с девяткой, думал, хотел сказать девятка. Ну и да, девятка более сладкая. Молекула восьмая более свежая. Классный, приятный аромат. Такое увесистое стеклышко, флакончик. Вот. Следующая позиция — это Gloria Parfum Масле Муск Нойр Александр Джей. Это аромат унисекс, если не ошибаюсь. Да, явственно пахнет сразу арабскими нотками амбры, мускуса. Нанесем на другую часть ладони. Да, унисекс парфюм Александр Джи Блэк Муск. Это вот для тех, кто любит амбру, кто любит мускусные запахи. Очень хорошо подойдет. Ну и по маслам следующая позиция. Ассортимент на самом деле большой. Я просто выбрал самые те запахи, которые у нас хорошо раскупают. Tom Ford Tobacco Vanille. Это просто хит среди всех ароматов Tom Ford. Его берут у нас и в ручках, и в маслах, и в большом парфюме. Да. Необычный аромат, но масла раскрываются, они постепенно раскрываются, и запах приобретает совсем иные нотки, чем нежели как бы только нанесен. Запах ванили, немного табачными примесью, но очень приятные. Для сладкоежек, как сказать, пахнет тут корица еще, когда заходишь в булочную, примерно такие ароматы и исходят. Ваниль, табак, корица, как будто в булочной кто-нибудь закурил и пахнет всем сразу. Это были масла от Gloria Parfum. Переходим теперь к парфюму спрея. Спрей разделяется на два вида. Брендовые обычные, там Dior, Chanel, Calvin Klein и так далее. И селективные нишевые. Брендовые спреи идут в таких вот коробочках аккуратненьких. Вот. А нишевая парфюмерия идет вот в такой подарочном исполнении. Вот. Внутри такая бархатная упаковочка. На каждом парфюме имеется слюда, то есть я просто ее для обзора снял. Все аккуратненько выполнено, прекрасным подарком станет, если презентовать. Нигде еще в магазинах они не встречаются, если, конечно, наши оптовики уже не начали их продавать. Вот, это я рассказал, чем отличается внешний вид селективной и брендовой парфюмерии. Начнем со спрея бренда. Это Donna Karan Be Delicious. Женский аромат. Послушаем, как он пахнет. Да, Donna Karan. Можете сразу. Чем мне нравится Gloria, распыляешь его и сразу же пахнет тем, что нужно. То есть не будет первая нотка, вторая, третья. То есть будет пахнуть тем, что должно быть. Зеленое яблочко. Свежий, легкий, приятный аромат. Женский. Donna Karan. Запишем, что это Gloria.
аккуратненький парфюм, флакончик, 55 миллилитров у нас здесь, парфюмированная вода, сзади аннотация, из чего состоит. Следующая позиция, 224, это у нас Lacoste Parfum, классический аромат от Lacoste, должен быть травянистый, свежим ароматом, да, это Lacoste Parfum, мне покажется, как бы ассоциация свежескошенные луга, то есть такой свежий, травянистый, легкий аромат. Но травянистый не в плане полынь с горчинкой, а именно свежий, как бы травянистый запах. Очень приятный. Будет пахнуть на любителей Lacoste, те, кто знает аромат, сразу его узнают. Gloria Lacoste. Следующий аромат, это Happy Clinic, мужской парфюм. Нанесем на блоттер. Да, это Happy Clinic. Пахнет цитрусовыми, немного мандарином, апельсином. Мужской аромат, свежий, спортивный запах. Эпиклиник. Ну и переходим, конечно же, к селективной нишевой парфюмерии. Начнем мы. Флёр наркотик в исполнении Gloria Parfum. Бомба, да. Класс. Если Сильвана и Шейх имеют ароматы вот сразу же вот немного тяжеловатые, обволакивающие, но вот Gloria будет пахнуть так более вот приятно, что ли, так сказать, более свежо, тоже будет стойкие запахи, все нормально, но вот по моему мнению самое выигрышное, когда вот только наносишь аромат, это вот у Gloria. Супер Gloria Ex Nihilo. Следующая позиция у нас, это мужской аромат, очень популярный от бренда Creed, Creed Aventus. Они чем-то похожи на Dior Sauvage по запаху исполнения. Но Creed Aventus очень популярен, его часто покупают клиенты. Да, суперский аромат. Он тоже с восточными нотками, немного сладковатыми, но пахнет именно этим запахом. Мужской аромат Creed Aventus. Немного такой сладковато, восточный, но не сильно как бы напрягающий по сладости. Приятный запах, дорогой. Creed. Ну и Tizian Terenzi Kirke. Это тот парфюм, который мне нанес поставщик, о чем я и рассказывал до этого. Вау, да, это Kirke. Отличается и от Сильваны, и от Шейха. И начинает пахнуть именно тем Kirke, которые вот идут у нас в тестерах и в подарочном исполнении. Да, это оно. Супер. Именно с этого аромата началось знакомство мое с брендом Gloria Parfum. Поэтому я проверил его стойкость и очень рекомендую к продаже именно данный бренд, если выбирать из всего. Но вообще, я часто буду во всех видеороликах делиться своей историей, делиться опытом продаж, прямых продаж, чтобы было выгодно, чтобы вы научились зарабатывать. И по своему опыту скажу, что клиенту нравится ассортимент, выбор. То есть не куцый вариант, а я вот всегда с собой таскал, помимо кейса парфюма, еще и был пакет, чтобы был ассортимент. Клиенты так и говорили, то есть как прекрасно, что есть выбор и мужских, и женских духов, и косметики.
То есть, если вы решите начать продажи номерного парфюма, рекомендую взять от каждого понемногу для начала, а потом уже вы сориентируетесь. В любом случае у вас будет предложение клиенту выбора. Может быть, он любит Сильвану и купит у вас Сильвану, либо Шейх, либо он является фанатом Шейха. Но может быть, его поразит как бы необычное качество и суперская стойкость Glory парфюм. В любом случае стоит попробовать. Это была первая наша трансляция для канала YouTube. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик, ставить лайки, пишите комментарии. Ближе следующий видеоролик у нас будет сниматься на международной выставке Индершаром, откуда мы приобретем специальные бонусы, которые потом разыграем среди наших клиентов. С вами был Дмитрий, рад был знакомству. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте его знакомым. До скорых встреч в сети!